часть поединка, когда ты понимаешь, что достал соперника, что сковал, навязал ему свою манеру. Я вышел, попытался сделать единственное, которое делать я умею, прием, а он поймал меня на контратаке и бросил через спину. Я выскакивал, я набрасывался в рамках правил, бесспорно, но с такой экспрессией, с таким давлением на своих соперников, суетность, которая возникает, когда время уходит, она все-таки присутствовала. Но тем не менее я смог повести неказистенько на свой коронный прием в партере, и этого хватило для того, чтобы я стал победителем Олимпийских игр. Я просто выдохнул. Ну и тем более схватка, более чем такая изнуряющая по эмоциям. Поэтому ничего там, вроде попытки вскинуть руки, пробежаться, впитать триумф, насладиться этим моментом у меня не было тогда. Gold medalist and Olympic champion Alexander Karelin of the Soviet Union.